Всем привет! Меня зовут Ванзы. Я из Китая. Я учусь в Белорусском государственном университете культуры и искусства по специальности музыкальное искусство эстрады. Обучаюсь на четвертом курсе. В этом году заканчиваю обучение. Конечно же, я рад тому, что скоро получу диплом. Но радость моя с нотками грусти. Мне грустно от того, что скоро придется расстаться с людьми, которые успели стать для меня настоящей семьей. Это, конечно же, мои любимые и классные преподаватели, учиться у которых большая честь. Они смогли максимально раскрыть мой потенциал, как вокалиста и артиста. Это мои белорусские друзья, с которыми я всегда весело проводил время и никогда не чувствовал себя чужим среди них. Это и сотрудники отдела международных связей, которые всегда терпеливо помогали мне в трудных ситуациях. Я могу еще долго перечислять людей из университета, которые навсегда останутся в моем сердце. В Гуке мы получаем колоссальный артистический опыт благодаря университету. С самого начала обучения я был вовлечен в различных проекты. Это уникальная возможность, которую университет дает своим студентам. Я стал артистом мюзикла, сниматься в различных телевизионных шоу. Очень часто выступал на концертах государственного уровня. Конечно, мне всегда будет к чему стремиться, но сейчас оканчиваю университет. Я чувствую себя настоящим профессионалом, готовым реализовывать себя в разных сферах. Непременной плавой пробираюсь к ключу, где трава высока, там, где заросли гуши, как олень в скале пил с душью твою. Ледниковую правду беловежская буща, как олень в скале пил с душью твою. Ледниковую правду беловежская.